Всем привет! Сегодня я покажу, как вязать столбики по кругу так, чтобы полотно не косило. Петли в каждом ряду будут ровно друг над другом. Этот способ особенно актуален для жаккарда, интарсии или же при вязании небольших длинных деталей. Для сравнения, кубик на фото справа связан обычным методом, а тот, что у меня в руках, я вязала по-другому. Разница очень заметна. Обычно мы вяжем столбики за обе полупетли, и в результате каждый столбик немного смещается в сторону. С каждым рядом это смещение становится все более и более заметным. Но если вязать все столбики только за переднюю или только за заднюю стенку, то полотно не будет косить. Вязание только за заднюю стенку для игрушек не очень подходит из-за полос, образующихся от передних петель с лицевой стороны. А вот если вязать столбики только за переднюю стенку, то мы получим обычную деталь, но с меньшим перекосом. Столбики, связанные только за переднюю стенку, практически ничем не отличаются от столбиков, связанных за две полупетли. Внутри детали будут образовываться полосы от задних полупетель. В целом полотно получается таким же плотным. Вот и весь секрет некосящих столбиков. Надеюсь, этот способ будет вам полезен. Ставьте лайк, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал.